Всем привет. Че вы тут идете ко мне? Закройте дверь, чтобы там не слышно было. То папа там кино смотрит. Хочу показать, чем у нас тут вечер занят наш. У нас сейчас хоть и праздники, но дни однообразные, потому что я вместо продавца работаю. У продавца отпуск, поэтому я работаю за продавца. Вечером хватает сил только немножечко повязать. В общем, вот у меня первая работа моя январская. Это вот такой мужской снуд. Я потом его на Мише сделаю обзор. Мишу использую как модель. Снуд, он расстегивается полностью здесь. С капюшоном. Капюшон сделан по голове. То есть не просто там конусом, а с окатом. Укороченными рядами вяжется. В общем, я нашла эту схему в интернете. Видео я не нашла и разбиралась по схеме. Ой, ну так кудряво все там это описывается. В общем, у меня возникла идея, наверное, я все-таки мастер-класс сниму, как читать схему. То есть даже вот у меня возникла некоторая сложность при чтении этой схемы. И что самое интересное, несколько авторов выкладывают данный снуд в описании. Я еще раз повторю, видео я не нашла. Только вот в чистом в описании с картинками, с фотографиями. На фотографии один и тот же снуд с одним и тем же мужчиной. Авторы разные. О чем говорит товарищи? О том, что друг у друга все списывают и слизывают. Вот. В общем, я тоже спешу и слежу, но сделаю разбор вот этих схем, как их прочитать. И, наверное, на более светлых нитках. Это я использовала нитки темно-синего цвета от Ализе. Называется Lana Gold. В мотке в 100-граммовом 240 метров. Ушло у меня больше, чем 2 мотка. Я не взвешивала, точно не могу сказать, но начала третий моточек. Так, тут вот ниточки у нас, шкатулочка с ниточками. Тут у меня вот товарищи индусы. Оп, индус. Вот еще один индус. А вот и третий индус. В индусов играли, что ли? Василиса опять раздражение у нас. Насморк. Они у меня нагулялись. Васюша вся мокрая. Решила сначала шапку снять, а потом сходить на крылечко обувь и тряхнуть. В общем, я не успела среагировать. И она вся потная, ее, наверное, просквозила. В общем, опять она у нас приболела. Снежана с Егором нормально все. Да? Не болеем? Нет. Ждем опять, когда немножко подсохнет. На улице все у нас опять растаяло почти, да? Сыро, мерзко, да? Грязно. Так, вернусь к снуду. Я его хочу сделать на подкладе внутри, чтобы не... Как сказать-то? Ну, чтобы не кусались вот ниточки вот эти. Все-таки это 49 шерсти заявлено производителем. В общем, у меня вот такой флис трикотажный, белого цвета. Он очень тоненький. Вот так. Выкройку я делала по-простому. Просто положила, обвела две детали. Одну часть сейчас сшила и буду по краям пришивать. Все. В общем, не заморачиваюсь я с выкройками. Все на глазок. Он трикотажный, он сядет хорошо. Будет красиво. Так, в общем, покажу я конкретно на Мише. И если Миша еще и согласится снимать мастер-класс, то значит мастер-класс сделаем. Ну вот, такой у нас вечерок. Дети около меня стоят, слушают, что это там мама такое говорит. Да? Да. Что нам еще показать? Отрабатываем мы дружбу. Кто там себя узнал? Канал, пожалуйста. Не на перемотке стоит. На обычном. Поэтому, товарищи, мы так редко ко всем заходим, но мы не перематываем, мы смотрим.
Может быть, иногда отключаем звук, когда вот у нас съемка идет, чтобы не попадал лишний звук. Но все полностью. Что мы хотим сказать? Всем пока-пока. Да, всем пока. Нам и сказать-то нечего. У нас сейчас скучные дни начались. Мамы дома нет. Да? Игры все надоели. Надоели? Да. В школу хотим? Да. Представляете, они соскучились по школе. Вот так вот. Егорка, а ты в школу хочешь? Да? Уже надоело дома-то? Ну так вы хоть уроки поделаете, что ли? А? Ой, Васюшка, вся красная ты у меня. И вот с подглазинами опять. Опять подглазины у нас. Мне уже один раз написали, что это у ваших детей подглазины. Слушайте, они у них всегда. Но когда болеют, особо сильно проявляются. А так вот и у Снежки. Ну, может, еще свет так падает. У Егора тоже есть. Вот. И у меня подглазины. У меня они с самого детства. И всегда. У Васюши тоже с рождения всегда. Снежи с Егором, когда к нам приехали, то же самое было. В общем, мы все такие. Мы, наверное, не зря их нашли, да, Егор и Снежа? Они, наверное, наши, мы их просто потеряли. А потом раз и нашли. Да, Егор? Да. Потому что они и похожи на нас. Да, Егор? Да, на кого ты больше похож? На маму или на папу? На А? маму и на папу. На маму и на папу. А Снежа на кого больше похожа? На маму. На маму, конечно. А Васюша на Мишу, да? Васюшка на Мишу. Ладно. Пока всем. Ну, скажите всем пока-то. Всем пока-пока. Снежка. Подписывайтесь на наш канал. Да, может быть, сейчас пока и скучноватенькое видео вышло. Будет у нас весело, мы и весело снимем.